сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество Христово, и в своем традиционном рождественском послании Папа Римский Франциск упомянул Украину и попросил мира для нашей страны. Каждый год понтифик обращается к верующим с речью, которая называется «Городу и миру». Послушать Папу на площади Святого Петра в Ватикане собрались тысячи людей. Глава католической церкви призвал молиться за окончание всех войн. Вспомнил и о конфликте на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, а также призвал мировое сообщество не забывать о проблемах миллионов беженцев. Увидим же Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями страдают от насилия, вызванного конфликтом в Украине, и от его серьезных гуманитарных последствий. Помолимся Господу, дабы Он как можно скорее даровал мир этой возлюбленной стране.